А какого хера? Где я? Какой нахер я в больнице? Что это за говно? Где я? Помогите! Что это за место? Мне что, теперь поспать нельзя? Или чё? Что я в жопе? Ау! Тут кто-нибудь есть? А! Что это? Кто ты такой? Иди в жопу! Что это за стрелки? Что это за хрень? Какие-то полы! Ух! Высоко тут! А это что такое? Какие-то лазеры или что это такое? Ладно, я не хочу до них докасаться. То я тут вообще не знаю, какие будут последствия. Ой, быстрей! Быстрей! Фух! Быстрей сюда! Капец! Какие-то лазеры! Что это такое? Из палат какие-то... Какие-то шипы. Они спроколют меня. Блин. 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 Капец. Я же мог там помереть или хуже. Вообще, что это, блин, за место? Я не знаю, что тут. Ладно, тут высоко как-то. Что это такое? Каким-то дымом. Надо тогда быстрей! Пока ты дым не выстрелил! Быстрей! Что за хрень? Тут какие-то разбитые стекла каких-то пациентов. Тут осколки. Главное не порезаться. Фух, капец, тут узко. Осторожно. Осколки! Фух. Чуть не порезался. Сейчас бы вообще бы весь изрезался. А это что такое за дверью? Don't know Inter. Я не понимаю, зачем такие огромные лазеры? Они тут кого-то держат заперти или что? Да, как отсюда сбежать? Что это тут такое? Я ничего не понимаю. Тут какие-то химические, какая-то радиация, туда же нельзя заходить. Зачем туда мне заходить? Это трупы! Это трупы! Что они здесь делают с людьми? Опять чья-то палата с какой-то огромной пилой. Кто это такие? Они что, мертвые же или что? Чьи это руки? Это какая-то кислота или радиация? Зачем им такие большие перчатки и столько много радиации? Они тут делают каких-то мутантов? Как мне отсюда сбежать? Я не знаю, тут закрыты двери. Ага, вентиляция. Тут огромная труба. Мне кажется, надо залезть по трубе, но она хотя бы не горячая. Нет, она не горячая. Быстрей, быстрей, быстрей. Сюда быстрей. И... Хорошо, все. И сюда. Блин, тут сейчас какая-то штука. Я сейчас, я не знаю, тут очень узкая. Вот какая-то. Какие-то папки. Что это такое? Где-то них можно касаться или нет? Куда? Опять какая-то кислота. Я не знаю, что это тут делают с людьми, с этими. Может быть, я был жертвой их эксперимента. Какие-то пилы. Оп! Ого, тут они громкие! Громко!
капец тут шипов. Зачем им такие большие шипы? Это какие-то радиационные лампы. Блин, я уже устал прыгать. Какие-то капканы. Для каких животных они этого делали? Лучше бы они попались сюда, кто это все сделал. Капец, я устал прыгать. А, какая-то кислота. Кислота. О! Что кислота? А! Быстрей! Фух. Где я? Где? Я куда-то упал! Я куда-то упал! Что это за место? Это какая-то тюрьма! Кого они здесь держат? Кто это? Что это за монстр? Куда бежать? Кто это? Что это? Куда? Провода какие-то? Тут сломанные какие-то, что ли? Какая-то вентиляция. Какая-то комната управления. Чего? А, это... Я попал за ту решетку. Поскорее бы сбежать отсюда. Тут оголенные провода. Мне лучше не прикасаться, а то меня током шибанет. Оп! Фух, это провода оголенные, я не хочу в них. Короче, проехали. Выпустите меня! Опять по лестнице. В какую-то комнату с препятствиями попасть. В яму. Что это за подвал? В какой я больнице оказался? Опять какие-то ржавые сломанные трубы, из которых выходит пар. Он может обжечь меня. Блин, какая-то слабая досочка. Сюда! Еще когда мне до этого пары не дойдет. Лестница, лестница, может быть там выход уже будет. Выход. Давай. Кажется, я вижу небо. Быстрей. Быстрей. Я на улице. Я откуда-то выбрался. Туда нельзя. Куда? Только сюда, что ли? Тут какая-то какие-то лазеры или кислота разлита. Давай, 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 давай. И тут какая-то улица. Еще пролитые какие-то кислоты. Сюда, сюда, сюда. Теперь мне надо прыгать по каким-то бочкам. Что? Быстрее бежим. Кажется, сбежал, да? Это выход. Мне кажется, это уже выход. Ура! Ура! Куда? Почему я такой быстрый? Ура! Ура! Детская площадка!
Я сбежал наконец-то, ура! 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 Наверное, этот портал меня приведет в какой-то хороший город. Ну, не в этот. Ну, наверное, я перемещусь домой. Ну что ж, пошли.